Я сейчас покажу, как одевать маску. Перед тем, как одеть маску, надо обработать руки. Что надо знать о маске? Если вы здоровы и находитесь на улице, маска бесполезна. Ее не надо одевать, она вам не нужна. Маску надо одевать в тот момент, когда мы заходим в помещение, в транспорт, в магазин, аптеки и так далее, и так далее. Берем ее за ушки, одеваем на лицо, прижимаем, обжимаем нос и стараемся получить максимальное облегание лица. И заходим вовнутрь помещения.